Приветствую всех на канале подписчиков случайных зрителей. Перебрал я небольшую партию разных монет с разных банков. В OTP-шке было 20 гривен по 25 копеек. Из этих монет, ребята, я нашел вторые бублички. Довольно-таки неплохая монеточка в хорошем состоянии. Две монетки 94 года по стандарту. Два крупных гурта, ну не Б, а кашечки. И две монетки 96 года. Тоже не БВК, не БВМ-очки стандартные. Так, по полтинничкам, ребята. Я нашел 3-4 ягодничка с мелким гуртом. А также 5 монет 94 года, номинальные по каталогу. Пойдут на аукцион. Так, по ATP мы разобрались. В Ощадбанке, ребята, я взял кучу 25-очек было на 100 гривен. Ну, там ничего не нашел. И также было на 30 гривен 10-копеечных монет. Здесь я, ребята, явно попал на перебранное, то что в 25-ках ничего не было. В 10-копеечных вот какая-то монета завалялась, наверное, 1.13 ААМ, итальяночка одна. И больше я там, в принципе, ничего не нашел, отложил только 2002 года 7 монеточек, 2003 4 монеточки, 2004 8 монеток. Вот это все, что я с этого Ощада выдаил, все остальное было перебрано явно для, до меня. Ну, ничего, в принципе, страшного, бывает. Так, ребята, я еще был в банке Пумп, там было 25-копеечных монет на 7,50. Ну, здесь 2,30 монеточек. Я нашел здесь 1,2 ААМ-очка с мелким гуртом, отложил. Потом у нас 3 монеты 94 года. Тоже отложил в полтинничках, ребята. Там было всего их 10 штучек. Здесь из 10 штучек мне попалось вот такой прикольный непрочеканчик. Здесь большая половина ягод вообще отсутствует. Первая вот, третья, шестая, седьмая, восьмая. В принципе, тут практически везде ягодок нет. Вот такой непрочеканчик я оставлю. А также, ребята, две монеты со средним гуртом. Ну, здесь малое количество монет, но, в принципе, тоже не совсем пусто. Так, ну и последнее, это у нас был Газбанк. Самым большим количеством монет здесь у меня 5 очков было на 10 гривен. 1992 года, ребят, я нашел аж 22 монеты на аукцион. 2003 года 3 монетки. 2004 8 монеточек. Так, по пятакам вроде бы мы разобрались. По 25-копеечным монетам здесь было на 50 гривен. У нас тут также 1-2 ААМ мелкий гуртик. Одна монетка. Так, две монетки 92 года. Одна монета 96 года. Тоже номинальная по каталогу. Ну и 94 года здесь было аж 6 монеток. Ну и одна вот с такой механикой, это так ради просто кинул. Здесь механическое повреждение, что-то царапнуло конкретно монету. Так, по 25-кам мы вроде пробежались. По полтинникам было на 88 гривен. Здесь я, ребята, нашел 95-го года с мелким гуртом монеточку. Один малый ербик. Штампичек у нас два. Два вроде бы, ну, по каталогу номинальный. Так, 94-го года. Я здесь, ребята, нашел 8 монеточек. 4 ягоднички у нас. Одна со средним, 2 с мелким гуртом, всего 3 штучки. Ну, одна с остатками блеска, в принципе, отложил на кучу 92 года. Крупный гурт пускай тоже будет. Ну и 94 года 4 монеты со средним гуртом. По гривасикам, ребята, здесь было у меня немного. 84 штуки. Здесь 6 монет 2004 года. 1 гривна 2001 с упиранием в кантик, широкий кант. Также, ребята, здесь у нас была 1 БА3 2005 года. Неплохая такая монетка. Одна монетка 2011 года. Я просто отложил. Она, правда, немножко побитая, но сохран еще такой более-менее хороший. Ну и также в блеске я отложил 2005 год. В таком довольно еще более-менее сносно. Ну и 2006 год. Здесь еще лучик играет. 2006 год был получше. Ну, 2005 там тоже, в принципе, неплохой сохран.
Так что, ребята, вот так. Всем спасибо за внимание. Всем удачных поисков. До скорых встреч. Всем пока.